Добрый день! Добрый день! А-а-а! Вы с ума сошли? На! Тебе наказание! Тебе наказание! И всем наказание! Вот, вот и так. Уже 46 уровень! Еще немного, я наконец-то уже себе все смогу отремонтировать. Так, заходим в первый сундучок. Здесь у нас уже фигово туча луков. Ставим сюда новый. Заходим во второй сундучок. Сюда ставим еще плюс 8 стрел. Уже почти 5 стаков. И в третьем сундуке заходим и ставим кость. Тоже уже 4 стака. Ждем новую жертву. Взмахиваем волшебной палочкой. Чтобы выпало как можно больше уровня. И один взмах. Па! И сразу примерно минус 6 скелетов. Ну и опять же мне выпал лук, и опять же 6 стрел, и опять же 7 костей. Единственная проблема... Здорово. Хоть у меня уже 47 уровень, у меня еды нет. Последний печеный картофель остался. А я Катю уже жду, не знаю, где-то 3-4 сутки. Она до сих пор не приезжает. Кать! Ласки-масаски, ласки-масаски. О, здорово. Припаркуемся. Еду принесла, мать! Мужа на... Мужа, ты смотри, что я сказал! Дичь какую-то! Господи, до свидания. До свидания. Парня накормить, еду дай! Я принесла тебе моркошки, держи. Да, вот. Давай моркошки. 59 штук. Ой, какая заботливая. Все, давай, тебя там уже вот эти скелетончики заждались. Давай. Твоя очередь опыт добывать. Давай, давай. Какая здесь комната классная. Она здесь первый раз, и мне сейчас все и надо объяснить. В общем, смотри, вот здесь сундучок, который в потолке, вот здесь, видишь? Ага. Нужно зайти и нужно взять с него один железный меч. Потому что, ну, на кой черт нам тратить свои алмазные вещи, если можно взять железный, просто вот так открыть вот этот люк. Можешь верхний открыть, если хочешь. Нифига. И закрывай обратно. Закрывай. А вот здесь подходишь и забираешь весь этот хлам, который с них выпадает. Давай, давай, забирай. И что самое главное, нужно рассортировать все правильно. Слева луки, по центру стрелы, справа кости. Стрелы. И луки, да? Да. А хотя на самом деле нам даже мечи не нужны. Потому что смотри, ты просто открываешь вот этот люк. Па! Они руками убиваются просто. Они просто руками убиваются. Тут схема просто богов. Они сначала по воде текут вверх, наверх заплывают туда на 30 метров. Там их водоворот перекручивает где-то в воздухе. Перекручивает, 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 перекручивает. Потом спускают вот в эту вентиляционную шахту. Они падают, у них остается полсердечка. И после этого ты их убиваешь просто рукой. Короче говоря, их там просто коматозит не по-детски. Они уже сюда падают полудохлые, и мы их добиваем. Ну, примерно как-то вот так, да. А так, сейчас... Скажи... Подожди, 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 подожди. Чтобы наглядным примером показать подписчикам, как это все работает, мне кажется... Давай, вот сейчас мы посмотрим. Катя, сначала ты в яму падай, в яму там, где скелет. Вот туда в яму падай, да, вот туда, вот туда. Так тут скелет. Убей его. Катю закоматозила туда, наверх. Сейчас Катя упадет. Сейчас ждем, 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 ждем. И примерно через раз, два, и... И скелет меня здесь убивает нафиг. Ой! Добрый день, добрый день. Выходите вот отсюда, выходите. Пипец, конечно, система меня сейчас там так закукурузила не по-детски. Да как выйти-то? О, скелетон! Здорово, братан, мы с тобой, короче, здесь теперь пожизненно будем сидеть вместе. Выходи. Помогите, давай. Выйти. Да выйди, да чё я тебе помощник, выходи давай. Так не выходится. Видишь, я пытаюсь выйти, не выходится. Значит, Катя, ты здесь будешь до конца жизни. Все, вот так. Эй! Ты в плену моем! О! Выпути меня, пожалуйста, я хочу кое-что спросить у тебя. Хорошо, давай тогда выходи. Выходи. До свидания. Давай, вот это надо как-то закрыть. Блок, блок у тебя, закрывай блок вот эту дырку. Закрывай. Сейчас, вот у меня плита есть. Давай. Оп. Все, молодец. Опа, вот так. Давай, спрашивай. Какой у тебя уровень? Маленький. У меня очень маленький. Прям такой малюсенький. Я про уровень, если что, 47-й. 47-й? Так,
Шмотки свои забрал и вали отсюда. У меня 31-й. Мне как бы 70-й надо, чтобы починить все мои шмотки. Ты посмотри, в чем я хожу. Просто. Железный шлем и железные труханы. Ты хотя бы в алмазке ходишь. Давай это ты подвинься. Вот так. Не-не-не-не-не. Мне крылья чинить надо, так что сваливай отсюда. Слушай, ты... Не-не-не-не-не-не-не! Ноу! Ну опять что ли? Нет! Закуматозила опять. Опять закукурузила. Зато, зато весело, зато аттракционы, согласись. Ну все, крылья, настало ваше время. Сейчас я вас починю. Как это было сейчас офигенно, реально. Они такие просто моментально пфф, и все, и нет их. Я хочу еще! О, еще один подоспел. Сейчас мы подождем, конечно, чуть-чуть, чтобы их побольше там накопилось. Нифига, их там падает за минуту просто. Какой-то скелетный дождь. Это скелетный дождь. Аллилуйя. Так, ладно. Просто сидишь, ничего не делаешь. Саркостанцию, вот эту саркостанцию просиживаешь. Скелеты падают. Сейчас, Катя, открывай этот люк. Еще раз давай пиндюли всех скелетов. Сразу... Смотри, смотри, как могу. Давай, смотри, давай, как давай, могу. Одной давай. Левой, одной левой. На. Мечом. Хоба, хоба. Эй, в прошлый раз они сразу кучкой убили, сейчас по одному, так неинтересно. У меня просто плюс один уровень за вот этих вот скелетов. 32-й уже. Ей нужно еще 3 уровня, у нее будет 35-й, и наконец она перестанет мне вот это высасывать весь мой мозг, отремонтировать себе крылья и улетит куда-то в закат. Я ее больше не увижу. Не, ну ты посмотри на них, ты видишь? Ты видишь, какие они потрепанные? Да я вижу, жизни? Да, я вижу то, что они сломаны. Ну давай тогда ты здесь стой, ремонтируй. У меня 47-й уровень, мне нужно отремонтировать все мои шмотки. Поэтому я тут вообще как бы ни при чем. Сама здесь все делай. Вот. На. На, все. Все, уходи, вот и уходи. Я тебе морковку принесла, ну, теперь вали. Все, уходи, хорошо. Тогда, встретимся завтра, Все, давай, пока. Все, пока. Скелетный дождь. Аллилуйя, скелетный дождь. Анатолий, Анатолий, ты от муки, ты от боли, ты от скуки, ты от слез, радость в душу мне принес. Ой. Катя, это не то, что ты подумала, это просто я его убаюкиваю перед сном. Да-да-да, хорошо-хорошо. Ой. И здесь черепахам очень сильно было хорошо без нас. Я тебе не буду рассказывать, чем они здесь занимаются, но очень интересными вещами. Всё. Ну чё, ты там 35 уровень себе заколбасила или нет? Да-да-да-да-да, ща-ща-ща-ща. Так, где они? Блин, находятся. Кого ты ищешь опять? Что-то, чтобы починить крылья, не помню, как называются. Так, сейчас найду. А, вот, сгусток магмы. Это оно? Нет. Блин, сейчас тогда это выложим. Огненный стержень, это вроде не тут, это бессмертие, стрелы. Кать! А! Вот! Фантома мембрана! Мембраны фантома. Мембрана фантома. Иди чини давай. Сюда? Нет, в наковальню. Да я не умею первый раз в жизни крылья чиню, ответственный момент. Давай, иди чини крылья, я пока себе отремонтирую шлем, на котором уже 4 прочности осталось. Забираем все эти алмазики, сейчас мы на него потратим 35 уровней, чтобы просто один шлем отремонтировать. Требуемый уровень 4. Ты говорил, 35-й нужен, вот мои крылья починились, 4 уровня забралось всего лишь. На все крылья 4 уровня? Да. А почему у меня на шлем тогда? Чтобы один раз шлем починить, 32 уровня нужно. С ума это сошли на это. Это потому что зачарованные у тебя крылья, да? Да, у меня крылья зачарованные на прочность 3, поэтому так столько много уровня надо, чтобы А у меня-то обычные. Лохопецкая лохопудина, а я-то думаю, почему тебе так... Ну ладно, в следующей жизни когда-то мы и тебе крылья зачарим. Катя, всё, давай. Пока. Черт, я забыла эти фейерверки. Да, недалеко ты летела. Сейчас, подожди, дубль 2, я фейерверки возьму. Все нормально будет. Может, мы делом займемся, не будем здесь опять крылья ломать, а? У нас нет никаких дел, у нас сегодня выходной. Смотри, еще разочек. Ну давай, хорошо, смотрю.
У нас есть с тобой дела, мы же подписчикам предыдущей серии. Ты чё в меня втарабанилась? Мы же подписчикам обещали то, что мы себе пандёныша маленького заведем, чтобы он сальтухи назад бросал и чихал. Точно. Но нет. В смысле нет? Пошли за пандой, давай. Не-не-не-не-не-не-не, нет. Кать, пошли за пандой, пошли за пандой. Нет! В смысле нет? Пошли за пандой! Сюда! Куда сюда? Сюда! Вот. Кто? Вот, вот, там перед тобой. Что? Золотой блок? Да. Ну? Ну? И? Сегодня какое число, молодой человек? 17 декабря. Декабря. Пуй, января. Вот именно, января. А когда ты мне подарил блоки золотые? Перед Новым годом. Перед Новым годом. А когда я вообще хотела сделать себе золотой сральник? М? В предыдущей жизни примерно. Да практически в самом начале сезона. То есть это такой кристально чистый намек, чтобы мы прямо сейчас отправлялись делать золотой сральник тебе наконец-то? Наконец-то, потому что я о нем уже столько мечтаю, а мы все откладываем и откладываем, поэтому все, сегодня мы делаем мне сральник, ясно? Ну, я как бы тебе подарил почти 2 стака золотых блоков, но я сомневаюсь, что вот эти 2 стака хватит на то, чтобы сделать огромнейший гигантский сральник. Нам еще столько примерно золота надо, понимаешь? Понимаю, поэтому пошли за мной. Куда? Давай-давай, не отставай. Сейчас я тебе кое-что покажу. Ты можешь быстрее шевелить своими булками железными? Давай, как ты бежишь, я так же за тобой бегу. Только скажи мне, куда ты меня ведешь-то, а? Сейчас все увидишь. Так, коровы, подвиньтесь. Вот это все курицы, которых ты довыпускала. То есть ты понимаешь, что за нашим домом куриц больше, чем в нашем курятнике. Да у нас уже яиц столько, сколько, я не знаю, вообще во всем мире столько яиц нет, сколько у нас. Ну, тоже верно, тоже верно. Ну? Вот оно. Кто? Быстрей, давай, смотри, время, не тяни. То есть мне копать сюда нужно? Или что? Так, давай. Да. Там курица! Как она здесь оказалась? Ну все, больше ее нет. Сундук, значит, да? Да. Ядрить меня в золотой сральник! Откуда-то у тебя-то столько много золота? Подожди! Раз, два, три! 3 стака золотых блоков! Да, это все я. Не благодари. А я-то почему должен благодарить? Не я же буду строить золотой сральник. Откуда? Ты мне будешь помогать! Откуда столько золотых блоков? Алло! Ты понимаешь, что я каждый день искала эти золота. Я ходила в шахту, я копала, потому что надеяться на всех нельзя, нужно только на себя. Поэтому вот, это практически с самого начала сезона я все копала. Вот, и накопала, наконец-то. Ты без меня ходила в шахты, ты без меня добывала все это золото, и ты только вот сейчас мне сказала, когда... Собака, курица, толкнулась! Ты только сейчас мне сказала, когда уже прошло примерно серии 70 выживания? Да? Ну ты же ходишь без меня там алмазы копаешь, без меня там строишь все, а я просто золото немножечко накопала, совсем чуть-чуть. Да-да-да-да-да, все, пошли, давай быстро. Куда? Я золото уже забрал, давай, я тебя жду, я давно планировал то место, где можно будет построить сральник, чтобы его можно было увидеть примерно за 2 километра. Посмотрите, как он оживился сразу, когда столько золота увидел, а? Что-то вот. До этого никто не хотел мне помогать. Вот там, на этом острове. На каком? Вот там, где одиночное дерево стоит. Может быть, я сама решу, где строить сральник мой? Нет, вот там. Где? Вот там. Вместо этого дерева? Я тебе 3 раза говорю, вот там, где одиночное дерево, вот. Ну, я не знаю, давай отправимся на место строительства, посмотрим, оценим там масштабы, померим. Давай отправимся на место строительства и померим там все. А вот здесь, возле твоего рыбацкого домика, когда-то в этой жизни мои руки дойдут до того, чтобы построить огроменнейший маяк. Но это чуть-чуть потом вот будет. Пошли. Так это самое, надо от домика морятского домика? От рыбацкого домика построить мост, чтобы я могла сразу быстренько к сральнику подбежать. Да, к сральнику всегда надо быстро бежать, а то можешь не успеть. Вот, я тебе предлагаю вот здесь его построить. Огромный. Я предлагаю снести это дерево к чертям собачьим и на месте этого дерева вознести сральник.
Прости, одиночное дерево. Здесь будет одиночный сральник. Держи вот эти все золотые блоки. В принципе, Кать, можешь приступать. Блин, у меня даже не хватит места. Ну ладно, сейчас, тогда подожди. Знаешь, что я хочу сделать? Надо какой-то подмосток сделать, на котором будет стоять сам унитаз. Не парься, женщина. Сейчас все будет. One minute. Давай. Видно? Ну, если одиночное дерево было видно, то и сральник будет видно. В принципе, получается шикардос бомбино, как я вижу. Отлично! Тогда сейчас буду выставлять золото. Давай, пиндюля, я пока посмотрю, как оно смотрится. Так, а я немножко не инженер, а как строить-то? Ну, чтобы сральник выглядел как настоящий унитаз, который у нас дома. У нас нету дома унитаза. У нас дома два унитаза, ты о чем? Каких два унитаза у нас дома? Ты дуримонда, у нас два санузла. У нас в одном санузле сральник и во втором у нас сральник. У нас два унитаза. А можно посмотреть на это? Ой, ты что, летишь? Выше бери. Ёбарисы ты. Как мог, так и долетел. Так, ну слушай, в принципе неплохо. Огромная такая статуя у нас будет. И сральник тоже будет прям огромнейшим. Давай, строй, я пока посмотрю. Я не умею строить сральник, я думала, это будет проще. Ты 70 серий мечтала построить золотой сральник, сейчас ты говоришь, что ты не умеешь его строить. Я никогда в жизни не строила золотые сральники, помоги, пожалуйста. Дай сюда быстро, блоки все сюда выкинь, сейчас я тебе построю буквально за пару секунд, погнали. И ломают все мои постройки, как обычно. Золото дай, кончилось. Пожалуйста. Спасибо. Ядреный батон. Я сам в шоке, как у нас такой сракостан получился. Огроменнейший просто. И у меня еще осталось 59 золотых блоков. И у тебя тоже еще пара. У меня 64 еще стак остался. Это значит, я ей подарил примерно 3 стака золотых блоков. У нее еще там 3 стака золотых блоков было. Да мы еще такой же сральник можем один построить. Офигеть, какой он огромный. Мне кажется, его не только с нашего корабля будет видно. Мне кажется, его с космоса будет, со спутников будет видно. Давай, а пойдем глянем. Сейчас, подожди, давай залезай сюда наверх. Сейчас мы посмотрим. Слышишь, я хочу еще лестницу сделать к нему нормальную, красивую, и, короче, водой его заполнить. И заполнить, да, и тут можно даже мини-джакузьку какую-то устроить. То есть, прикинь, мы сюда будем приходить по праздникам и в нашем золотом сральнике ванну принимать. Да это просто жизнь богов, жизнь королей. Не-не-не-не-не, мы рядом построим просто золотую ванну большую. Слушай, а может мы рыб наловим и сделаем здесь аквариум из рыб? Так, давай этот унитаз останется для предназначения настоящего. Для предназначения для кого? Для великанов, что ли? Нет, почему я бросал так вот? Ты зачем меня бросаешь, Кать? Давай, вылезай. Ага. Я хочу посмотреть, как он будет смотреться с этого, с нашего корабля. Давай, пошли. Опа, давай, залезай. Зачем ты упала? Полететь же можно вот так. Да я нечаянно. Опа, Ты прикинь, в худших случаях в пати калаврати. И вот так тоже можно, да. Мне кажется, если мы сейчас на вагонетках отправимся в нашу соседнюю деревню, то его оттуда даже будет видно. Ну ладно, проверять мы, конечно же, это не будем. Слушай, это просто лучшая постройка, которую я когда-либо делал за все это время. Это Legendary, или как там, Это легендарно. Если бы мы играли в Build Battle, мы бы 100% выиграли. Вот смотри, вокруг туалета вот так все обмотаем, вот прям полностью. И потом весь город обмотаем, и вот все вот так будет. Я тебе говорю, а только она золотая еще будет. Не так, она на самом деле двухслойная. Вот, и вот здесь надо вот это нажать, вот это.